Кустана и народные гуляния состоялись, несмотря на снегопад. Театрализованное представление «Юрточный городок» и «Праздник баурсаков». Жители города зарядились отличным настроением и смогли отведать национальные блюда. Театрализованное представление открылось поэтически-хореографической композицией «Мереке». Главные герои постановки Айсулу, Кунсулу и Кадарата рассказали о традициях и обрядах казахского народа. Неподалеку от главной сцены раскинулся юрточный городок. Песнями и танцами встречают гостей представители азербайджанского этнокультурного объединения. Возле этой юрты особенно многолюдно. Пока одни на улице притопывали под ритмы лезгинки, другие лакомились национальными блюдами. Очень уютная юрта, гостеприимные хозяева, очень красивое убранство, можно угоститься. И даже если сам не посмеешь, то тебя угостят. Готовиться к Наурызу в азербайджанском этнокультурном объединении начали задолго до праздника. На Дастархане несколько десятков угощений и традиционная пахлава с грецкими орехами, которые сулят здоровье, долголетие и благополучие. Обязательное украшение стола – пророщенная пшеница. Мы к этому дню за несколько недель проращиваем пшеницу, семяни, мы красим яйца. Вся эта композиция символизирует собой обновление природы, зарождение новой жизни. Мы стремимся, как эти ростки, к лучшей жизни, к новой жизни. Мы хотим, чтобы в нашем Казахстане было благополучие, царил мир, чтобы мы все жили под единым шанераком, вне зависимости от нации. В конкурсе юрт приняли участие 16 организаций. Помимо угощений и убранства оценивалась и правильность собранной конструкции. Коллектив Айдара Бисимбаева занял 2-е место. Признаются, что просчитывали все до миллиметра. Наши предки знали все законы математики, потому что нелегко собрать такую конструкцию просто так. Без точного расчета ничего не получится. У каждой детали свое точно отведенное место. В древние времена юрту собирали все родственники сообща. Аромат свежих баурсаков царил на всей площади. Их жарили сразу в нескольких казанах. Готовить тесто в пекарнях начали с 6 утра. Уже после 10 баурсаки выпекают прямо вот здесь, на площади. Сейчас готовятся очередные порции, за которыми выстраиваются небольшие очереди. В течение нескольких часов всем желающим планируют раздать около 1 тонны национального угощения. Народные гуляния завершились во 2-й половине дня. Творческие коллективы радовали кустанайцев песнями и танцами более 5 часов подряд. Наталья Строкова, Ремек Мухамедьяров, Кустанай.